быть не просто урокодателем, хорошее слово, а быть учителем. А учителя, опять же, в переводе со санскрита, это горящий свет. Душа, излучающая свет. Поэтому важно соприкосновение душ с учеником, чтобы ребенок чувствовал тебя. Почему, допустим, у каждого из нас был любимый учитель в школе? Каждый же был. Например, допустим, я сам по натуре гуманитарий, но я до сих пор уважаю своего учителя математики. Почему? Потому что для меня действительно человек. Есть же прекрасное выражение «гумардинарас адамбулу грек». Вот эти, допустим, опять же, если смотреть к философии, да, об этом все говорится. Действительно важно выпустить не просто модель личность, напичканную знаниями, навыками, но и должны быть духовные составляющие.